Мама вернулась из Москвы, со съезда. Представьте себе, как гордятся дочери. Бригадир животноводов колхоза имени 16-й годовщины октября Нина Ивановна Гладилкина была в числе делегатов, которые представляли на 26-м съезде партии коммунистов Владимирской области. Активно работать с первых месяцев пятилетки. Вот главная задача сегодняшнего дня. В отчетном докладе Леонид Ильич Брежнев подчеркнул, что по-хозяйски заинтересованное отношение трудящихся к социально-экономическим планам партии, их забота о делах государства являются выражением подлинного демократизма советского строя. Это важная гарантия успешного осуществления наших планов. Обсуждение решений съезда идет во всех производственных коллективах страны.